Добрый день, с вами Тимур Агафаров, проект видео ITC.UA. И мы сегодня познакомимся с новым монитором NEC Office Cool, спроектированным специально для офиса. Неважно, где вы работаете, в крупном офисе или дома, удобство и дизайн остаются одними из важнейших факторов при выборе монитора. Тонкий корпус модели EX231W, установленный на вращающуюся подставку, соответствует современным тенденциям промышленного дизайна. Высота экрана регулируется в пределах 110 мм, а сам он при необходимости поворачивается в портретный режим. Если вы общаетесь с клиентом, повернуть к нему экран не составит труда. Допускается разворот почти на 180 градусов. Эти мониторы могут работать и в домашних офисах, где вполне естественно будут использоваться в развлекательных целях. В предустановках, кроме чисто офисных прижимов «обычный» и «текст», есть и такие, как фильмы, игры, фото и динамичный. Отметим и такую функцию модели, как адаптация уровня яркости и освещенности в помещении к типу выводимого контента. Оригинальность подхода NEC в ее реализации заключается в том, что настройка может производиться как по отдельности для каждого из этих факторов, так и для обоих одновременно. В широких пределах задается и время изменения уровня яркости. Еще одна интересная возможность новинки – встроенный инфракрасный датчик присутствия пользователя, расположенный под экраном. При желании его можно активировать, и вам предлагается либо снижать яркость, либо вовсе отключить вывод изображения, когда на рабочем месте никого нет. Эту функцию можно рассмотреть и как энергосберегающую, и как дополнительную меру по обеспечению безопасности, особенно там, где приходится работать с большим количеством посетителей. Есть в мониторе и новый тип интерфейса DisplayPort, и уже широко распространенный DVI. Так что с подключением проблем не возникнет ни сегодня, ни в ближайшем будущем, когда VGA совершенно исчезнет. А в завершение обратите внимание на расположение порта USB. В него можно установить не только веб-камеру, но и любое необходимое вам устройство, включая обыкновенные USB-накопители. Единственным вопросом, который у нас возник при знакомстве с этим монитором, оказалась его цена. Все-таки $420 в начале продаж несколько многовато. Но в любом случае, эта интересная модель должна заинтересовать потенциальных покупателей благодаря своим оригинальным функциям.